пожалуйста, вы как иностранец, вы здесь всегда ночуете в этой студии, Александр? Александр, вы всегда ночуете? Покажите свою кровать где-нибудь. Александр, у вас же кровать здесь, говорят, есть какая-то. Нет, да, ну покажите. Ты меня боишься. Ну, дело в том, что я боюсь в вашу спальню заходить. Александр, а скажите, пожалуйста, а кого вы сюда уже, ну, позвали, типа? Ну, потому что это же святая святая. После ваших комментариев я никого не позову. Ваню без каши не сваришь. Да, Александр, слушай, ну, не, ну, нормально, что... Вот, здесь, шелковый здесь просто... А как вот, вот это вот, вот, вот в этом же плаще вы же были, да, когда пели вот эту песню? Мой берег рай, мой берег рай. Слушай, так ты же хореограф, Саня, давай я с большим добазарюсь. А у кого большой? С большим театром. У большого театра стоял Сашка... Как называется этот плащ Тореадора? Ну, он так называется, плащ Тореадора. Плащ Тореадора Александра Вора. Он спер у кого-то коечку, и вот тут он спит. Ну, к нам приходят сюда частенько гости, они говорят, скажите, пожалуйста, это 16-я квартира? Я говорю, ну да. Вот, расскажите еще какие-нибудь интересные вот места у вас здесь есть. А что за движуха? Ты что тут делаешь? Саша, ты с ума сошел? Вообще-то это твой дом. Ты стрелы переводишь, что ли? Нет, я просто интересуюсь. Это наш дом, Александр Данко, а я его вторая социальная баба. Чтобы кто-то, ну вот развеять мифы. Помнишь, Гузеева говорит, ага, сама его любишь. Помнишь, мы с тобой выступали на Первом канале? Вот, и Гузеева говорит, ой, ревнует Лена Полякова. Да, Дим, заходи. Ревнует, я говорю, да вы что, Саня Данко, мне мой настоящий друг. А вот этот, он экскурсия, заходите, люди добрые. Нормально. Диспозиция. Диспозиция. Это... Сань, ты чай хочешь еще раз? Я ж чай выпил. А, выпил. Вот, а вот у нас тут на студии делают съемки разные люди. И модель работает, и вот Женя работает с девушкой. Ой, какой плоский живот. Все круто, все круто. Все круто, да, все нереально. Вот это дорогое световое оборудование. Вот это вот все просто unreal. Мы тут просто живем практически. Зачем нам квартиры и дома? Это циклорама. А это еще один зал, в котором люди могут снимать тоже съемки. Видите, сколько места. Это называется центр фотоискусства. И, конечно же, здесь гримерка есть. В каждом центре фотоискусства и белые-белые, белоснежные вот такие плечики и отражатели. Вот. Еще у нас есть детская студия. Это вот на крыше у нас снято. И еще есть зал «Диспельш в воде». И еще у нас есть детская студия. А тут у нас дискотечек. Вот в детской студии здесь у нас ремонт. И здесь будут дети. Смотрите, какая светлая. Пожалуй, половину покрасились. Днем здесь все залито солнцем. Приходят дети или их родители. Мы тоже здесь снимаем. А это наши гости, которые здесь оставили свои интересные фотографии на память. Ираклий Перцхалава. И не только. Приходите в центр Аркабалета.